возвращением из отпуска. Как отдохнул, эмоции, впечатления, где был, что делал? Спасибо, отдохнул очень хорошо. Отдыхал в Греции с семьей. Вот, как солнце, море, дочка, вообще эмоции супер. Наконец-таки сумел провести огромное количество времени с дочкой, с семьей. Вот, так что эмоций много, отдохнул хорошо. Чувствую себя отдохнувшим, полным сил, готов к сборам, готов к чемпионату. То есть все самое позитивное и жду вот первой тренировки. Во время отпуска тренировался, как-то поддерживал физическую форму, вот это все? Да, конечно, как без этого, так как тем более давался план тренировок, поддерживал, всегда ходил в тренажерный зал, так что все на уровне. Бегал, ходил в зал, плавал, работал по программе. Сейчас уже удалось там с кем-то из ребят увидеться, обменялись ли впечатлениями? Ну, вчера на медосмотре виделись, пообщались немного, так. Провели какое-то количество времени вместе. Все равно весело было, задорно. Мира, поздравляю тебя с возвращением в «Локомотив». Скоро первая тренировка. Как вообще тебя встретили? Как общение с партнерами, с ребятами? В течение того сезона как бы много общался с ребятами, но все равно соскучился. Это другое совсем общение, нежели по WhatsApp или другим соцсетям. Очень рад всех видеть. Тут очень много у меня именно близких друзей. Ну и всегда приятно вернуться в свою родную команду.